Звонкая песня медведя по просторам родной стороны. Не страшны мне ни дождик, ни ветер. Холод, град и мороз не страшны, что? А он действительно умрет? Кто больной? Конечно. Моя морда измазана медом. Мои лапы по локоть в меду. Пой, медведь, столь любимый народом. Игорь Михайлович. Скоро полдень, обедать пойду. Скажите, а у вас была диабетическая комната? Не диабетическая, а гипогликемическая. Разницу улавливаешь? Слушай, а ты еще давно у нас на подстанции? Третий день. А какой сегодня день недели? Понедельник. Понедельник? Ну ничего, к пятнице привыкнешь. Это не та, сказал Карлсон. Это звонок? Это не звонок. Вот тебя извините, не спрашивал, между прочим. Я постучу? Стучу. Слава богу, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу вас, проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите, здрасте. Здравствуйте. Ну, куда прикажете? Здрасте. О, скажите мне, пожалуйста, а вы его там вот бы не могли бы нас подождать? Он просто очень женщин стесняется. Я вас очень прошу. Ой, вы знаете, это не женщина, это врач. Ну, что мне говорить? Я же вижу, что это женщина. Послушайте, я вас очень прошу, я вас просто умоляю, потому что он меня очень просил, он очень стесняется, пожалуйста. Пожалуй, к 40 годам уже и к женщинам можно привыкнуть. Ну почему же он не привык? Просто мужчины как-то приезжают. Не, ну я могу подождать. Господи, спасибо вам большое, идите за мной. Спасибо, что вы приехали так быстро, потому что на Украине идите за мной, идите сюда. Скоро никогда так быстро не приезжают. Дурдом какой-то. Да. Я смотрю, что вы покушать любите. Я вам тортик принесла. Нате вам тортик, нате вам ножик, я скоренько. На линии огнем. Чу. Я прошу прощения, я просто немножко перенервничала. Давайте в зал пройдем. Смотрите, а то я могу где-нибудь здесь посидеть, если хотите. Не, ну что вы будете здесь на этой табуретке сидеть? Давайте мы лучше в зал пройдем. Пойдемте, пожалуйста. Пожалуйста. Пойдемте. Скажете понимать? Меня зовут Ольга. Это многое объясняет. Я все понимаю. Что вас удивляет, что здесь нет моего мужа. Он, конечно же, есть, он просто лежит за стенкой. Я хотела вам просто все объяснить. Здесь такая ситуация, она очень сложная, очень странная. Я хотела Ольга, все с самого извините, начала. Вы знаете, то, что у вашего мужа диабет, да? Это очень серьезная штука. Очень. Вы разрешите, я осмотрю его? Скажите, насколько я понимаю, это не просто серьезная штука, это смертельно опасная штука. Да, вы мне не ответили. Да, я не волнуюсь почти. Скажите правду. Не хотел вас расстраивать. Я не расстраиваюсь почти. Оля, вы зачем скорую помощь вызывали, а? Если бы я могла, я бы вас вообще не вызывала. Послушайте, это что, розыгрыш, что ли? В этом доме кто-нибудь болен? В этом доме болен мой муж, а же он все объяснила. Ну, знаете. Стойте, подождите. Настенька!
секунду. Сколько вы денег на работе получаете, скажите мне? А это важно? Да, это очень важно. Ну, сколько, скажите мне, ну, сколько? Ну, это же получается, наверное, 100, там, 150 долларов в месяц. Стойте, подождите секундочку. Подождите секундочку. Это же, если вы работаете на две ставки, это же получается, наверное, 300 долларов в месяц. Да, это знаете, же очень у нас мало. Говорят, что когда работаешь на одну ставку, есть нечего, а на две некогда. Вот. Вот здесь вот ваша зарплата за 10 лет. Не понял, что куда вы пошли, что вы стесняетесь? Я вас прошу, берите, прошу вас, не стесняйтесь. Вы же все свои, вы же их уже почти заработали. Чем заработал? Вот этим вот разговором с вами? Да. Смотрите на меня, как будто я болею, как будто я нуждаюсь в услугах скорой помощи. Ой, как жалко. А мне уже, знаете, не терпится кого-нибудь спасти сейчас. Ой. Ну, спасибо, что вы это сказали. Я вас очень прошу. Меня спасите. Пожалуйста. Пожалуйста, выпишите мне справку о смерти моего мужа. Не дожидаясь, пока он умрет? Не, ну почему не дожидаясь? Мы можем, конечно, подождать, но вообще я сама справлюсь. С чем вы справитесь? С ожиданием я справлюсь. Подождите. Чего вы хотите? А? А где ваш муж? А? Вы что, правду хотите, чтобы он сейчас умер, не дождавшись нашей помощи? Да. Вы соображаете, что вы говорите? Да. Вы мне предлагаете, чтобы я своим бездействием убил вашего мужа? Ну что вы, не надо его убивать, он сам умрет. Я вас прошу, вы только справку мне выпишите. Так, стойте, же вам еще не все сказал, куда вы бегаете все время, нет. Отойдите, я вам сказал, или вы хотите, чтобы я вас сейчас тут... Я хочу, чтобы вы выписали справку. Послушайте, мы с вами потеряли очень много времени, он действительно может умереть. Вы понимаете это, нет? Вы понимаете, что вообще происходит, нет? Да. Так вы сумасшедший, что ли? Понял. Что ты не поняла? Что же вы все время меня оскорбляете? А почему я сумасшедшая? Совершенно здорова. Жизнь у меня вам только кажется. Это моя абсолютно нормальная. Да. Зачем вообще скорую помощь вызвали, а? Подождали бы сначала, подождали, пока он умрет. А потом бы уж мне звонили бы. Так я же не могла спокойно. Спокойно. Я же хочу вам все объяснить. Смотрите, какая ситуация. Значит, смотрите, здесь была его дочь от первого брака, так? Ей себя во мне позвонила, она бы заподозрила бы неладное, я не поняла. А куда вы смотрите? Подождите, я же не поэтому так встала. Хочу вам все рассказать. Кто? Дочь. Убили тоже? Да не, ну что вы издеваетесь, что ли? Она уехала. Далеко? Ну, в Африку. А, да, действительно, не близко. Не, она, конечно, хотела остаться. Но я убедилась, что вы приезжаете и снимаете приступ. И она вам поверила? Ну, как она могла не поверить? Это же пропал бы билет. Это же очень большие деньги. Вы в Африке были хотя бы один раз. Боже, вы так смотрите на меня, что вы меня совершенно не понимаете. Давайте я подвинусь. Так, я же хочу вам все рассказать. Спокойно. Я ведь на самом деле все понимаю. Ты же врач, ты же приехал спасать больного. Скажи мне честно, тебе его жалко, да? Кого? Ну, этого. Мужа вашего? Ну, это ну что вы. Мне его совсем не жалко. Пусть все умирает. Чем мне с ним возиться? Я не понял, что ты смеешься? Я смеюсь. Что ты смеешься? Смеюсь не я. Я хочу тебе сказать, что если хотя бы вот настолько вот знал бы этого негодяя, ты бы понял, что совершаешь доброе дело. А что же вы за этого негодяя замуж-то пошли? Милый мой, он купил меня. Ну, сегодня? Благотворительно. Так, стоп, подожди секундочку. Я хочу тебе все объяснить с самого начала. Значит, смотри сюда. Я была замужем два раза, на самом деле, так? Это мой второй брак. Я хочу тебе рассказать про первого мужа. Значит, я была замужем первый раз. Этот подонок решил заниматься бизнесом. Я ему говорила, что так делать не надо. Он меня не послушал, бог с ним. Ты понимаешь, я же его очень сильно любила, понял меня, да? Он меня тоже любил, но я его сильно любила, но он меня совершенно не хотел слушать. Короче говоря, если я снова попал на бабки. Конечно же, он попал. Так Николай отдал его долго, в ответ он взял меня. Вот так вот получилась вот такая вот история. Подождите. Смотри, я была замужем два раза, да? Первый муж занимался бизнесом. Его подставили. Когда я сижу на Кипре на... Подождите. Так, стоп, подожди секундочку, я же хочу тебе все объяснить с самого начала. Значит, смотри сюда. Я была замужем два раза, на самом деле, так? Это мой второй брак. Я же тебе хочу сказать... Подождите, ваш первый муж вас продал?
А. Так, дальше. Не, подождите секундочку. Можно, конечно, сказать, что он меня продал. Но ситуация такая сложная, что в двух словах ее просто никак не расскажешь. Значит, смотри, на самом деле, конечно же, я ему сама все это предложила. Я прекрасно понимала, что кроме Николая никто таких денег не даст. Я же все поняла. Это же был единственный способ его спасти. Такие бабки могут быть только у Николая. Что вы так на меня смотрите? Не, ничего. На секундочку. Скажи мне, ты хочешь узнать, в каких отношениях с первым мужем или нет? Да или нет? У нас нет отношений. Потому что он погиб. Да, он попал в аварию, погиб. Это было самоубийство. Я прекрасно понимала, что он не может жить без меня. Подождите, давайте. Скажи мне, ты хочешь узнать, в каких отношениях с первым мужем? Да? Mm-mm. Хорошо. Я скажу тебе. Простите. Пожалуйста, извините. Все то, что вы сказали, по вашему мнению, достаточно, чтобы просто нафиг убить человека? Или... Извините, тихонечко, очень нервничаю. Не, ну то есть вы считаете всего того, что вы рассказали, достаточно для того, чтобы подписать вашему мужу смертный приговор? А что вы так не считаете? Не знаю. Хотя вот, если, например, он любил, то в любви, в войне все средства... Я сейчас не поняла, подожди секундочку, это ты о чем говоришь, о Николае? Любви вот этого человека только между нами хватило ровно 3 месяца, а вот дальше уже... Одно сплошное вранье. Это же надо было идти. Слушай, это будет ладно, чтобы я сейчас принял решение и убил человека. Игорь Михайлович, извините. В ту комнату, я тебе сказал, в ту комнату. Солнце, мой поди тортик докушай. Послушай, а почему я должен тебе верить? Не поняла. Ну, а что если, например, никакой комы не было? Ты просто своего мужа зарезала, чтобы получить... наследство. А? Ну что, кажется, поставил верный диагноз. Ну-ка, скажи мне, Люба моя, ты посмотреть на него хочешь, да? Ага. Ты поди посмотри. А я уже иду. Ты поди посмотри. Иду, иду. Я тебя не держу. Иду. Только я подумала, что увидишь там? Ручки, ножки, глазики, тряпочки. Что ж ты видишь? Ты постель разобрана. Что ж там можно увидеть вообще? Я просто подумала, зачем же тебе смотреть на него, если в тебе сработает этот профессиональный азарт спасителя. Спаситель это там. Хорошо, Люба моя, спасатель. Так послушай меня. Я же заинтересована в том, чтобы не оставить никаких следов. Милый мой, я же сама в этом заинтересована. Ты понял меня? Да или нет? Ручку дать. А? Ручку дать. У меня своя. Так, а ну-ка разворачивайся. Чего? Разворачивайся, говорю, мастер, быстрее. Давай, давай, скорей, 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 скорей. Я уже умер. Наконец-то. Да? Ты перенервничал. Бедная девочка моя. Скажи, что я не... Ну что ты не хвалишь? Справка. Справка где? Покажи мне ее. Покажи мне справку.
На. Настя, почитай-ка книжку. Я там сигареты забыл. Настя! Ну, все. Самое главное позади. Не успел остыть тело. Господи Боже, как дом заполняется похотливыми любовниками. Вот это звонит, я не пойду. Это не к нам, никуда не ходи. Боже мой, что за люди? А, Господи, кто-то звонит, скажи мне. Иду. Ну что вы трезвоните? Он еще жив. А что, вы что-то забыли? Ваш муж еще жив? Нет, он уже умер. А что случилось? Ничего, подождите секунду, тело куда смотреть. Вы пошли? Подождите, вы себя ходите, как будто вы себя дома. Подождите секунду, мы же обо всем договорились. Это вам уже только кажется. Где Николай? Где Николай, я вас спрашиваю? Я Николай. Я вас понимаю, молодой человек. Для покойника я в слишком хорошей форме. Вам не повезло. Не понял. Так вы живой? У меня сегодня ничего не болит. Обычно я выгляжу гораздо хуже. Что все это значит? Очевидно, придется все объяснить. У меня-то голова болит. Хотелось бы послушать. Вас никогда не пытались убить? Нет. Вы знаете, очень неприятное чувство. Я не хочу сказать, что я собираюсь жить вечно, но умирать как-то тоже не хочется. Извините меня, ради бога, вы не могли мне справочку отдать? Я не отдам вам справку, потому что он для меня как свидетельство о рождении. Какой-то бред то, что вы говорите. Вы мне справку отдайте, пожалуйста. Действительно бред. Я, видите ли, занимаюсь бизнесом. А в этой стране многие предпочитают убивать конкурентов вместо того, чтобы исправлять ошибки. Извините меня, ради бога, а можно вам один вопрос задам, совершенно неожиданный? А вы да. не могли бы мне справку отдать? Вам справку? Зачем? А? Зачем? Нет, понимаете, дело в том, что вы живой. А я живым справок не выписываю. Были бы вы мертвы, не проблема, я бы вам оставил и все. А так справочку верните-ка. А если человек находится при смерти? Справку, справку. Полуживой. Справку. А справку! Слушай, наша медицина что, вся так консервативна? Я думал, придет терапевт. А это оккультист какой-то. А что вы меня так смотрите? Ты мне справку отдашь или нет, а? Выйди, пожалуйста, из комнаты. Выйди, пожалуйста, из комнаты! Да выйди из комнаты, тебе сказали, ну! Какую справку? Которую вы продали. Тебя как зовут? Игорь. Игорь. Так вот, слушай, Игорь, справку отдать не могу, потому как отдал за нее 24 тысячи долларов США. Если, конечно, моя жена не двинула половину, она тебе сколько, десятку отвалила? Присядьте, Игорь. Послушай меня. Так. Игорь, дело очень серьезное. Меня действительно хотят убить. И справка о моей смерти – единственный шанс, чтобы выжить. Это можно понять? Можно. Можно. Хорошо. Можно. А можно вопрос тоже еще один задать? Опять неожиданный. А вы можете понять, что вот если вся эта фигня откроется, то под суд пойду я? Игорек, как это может открыться? Я по-настоящему тяжело больной человек, далеко не молод, сахарный диабет, знаете ли. Вам же это хорошо известно, что моя смерть не вызовет ни у кого никаких подозрений и вообще интереса. Мало того, вскрытия не будет. Гениальная история, да. Завтра тебя хоронят, послезавтра идешь по улице, тебя видят твои друзья, говорят, о, говорит, смотри, Колян идет. Загранпаспорт. Выдан, имя. Посмотри сюда внимательно. Похож. Нет, ты фамилию посмотри. Явник. Явник Олег. Несколько странноватая фамилия для наших широт, но паспорт, поверь, настоящий. Через несколько дней я уеду из страны, и меня здесь больше никто не увидит.
Вам абсолютно нечего бояться. Нечего. Ты врач. Приехал к больному по вызову. Спас его. Ну а то, что не от болезни, а от пули киллера, то какая разница? Ой, Господи. Благородное дело всегда благородное дело. Взяток не беру, на работе не пью. Молодца. Очень хорошо, Игорь. Ну что ж, был рад нашему знакомству. Надеюсь, что в следующей жизни мы обязательно с вами встретимся. Оля, проводи доктора. Не-не-не-не-не-не, я сам. Царствие небесное. Вам также. Все-таки как это важно, что мужчина считал, что он поступает благородно. Слушай, я не поняла, что ты ему сказал? Он такой довольный ушел. Я сказал ему, что он делает доброе дело, и все. Объясни мне, что это такое? Не могу налюбоваться. Даже ей покой, это же невозможно больше. Не каждый день, знаешь ли, посмотришь своей собственной смерти в глаза. Оба мои. Ну зачем же смотреть так пристально? Это ж плохая примета. Дай сюда сигарету, сколько можно. Хорошо, а что у нас сегодня на поминке? В каком смысле? В смысле, кушать очень хочется. Ой. Слушай, не подумала. Да? Ну? Ты не подумала о том, что мы теперь не сможем выходить в ресторан? Стой, подожди секундочку, мы уже все перенервничали. Господи, я же тебе тортик принесла. Это же моя бабушка говорила, что можно заморить червячка. Я пока тебе уже пойду закажу, немножко тортик поешь. Оля, какой тортик? Это же не страшно. Пока ты с доктором разговаривала, я померил сахар. Большой? 160. Это на нервной почве. Так, слушай сюда, не волнуйся. Все очень хорошо. Ты совершенно спокойно можешь себе его позволить. Совершенно спокойно, он же диабетический. Калорий 200. Ой, я тебя умоляю один раз. Как мама? Ты знаешь, ничего. Так уж и звонил. Сказал, что мы ужасно. Сказал, куда? Ну, боже, сопротивление, я тоже не знаю. Что ты туда положила? Все равно не будет.